привет, я Марио. Марио, Супер Марио. Я тут был в Египте. Прочесал все пирамиды. И нашел только сфинкса. Ох, какая она красивая. Вау. Пока я смотрел на сфинкса, я забыл, в какой стране замок, где находится моя принцесса. Или это... Буркина-Фасо. Или это... Мальдивы. Или это... Замбия. Может это... Бангладеш. А может это... Португалия. В какой стране находится замок с принцессой, которую мне надо спасти? Но поможет мистер Крабс из Спанч Боба. И его команда. Вау. Мне Спанч Боб сказал, что я забрал команду. Ну и кого ты взял в команду? Я взял в команде Троллфейс. Поможем. Чаудера. Вау, Чаудер. Манг. И Шницель. Рада, рада, рада. Ну что, ребята, поехали! Рада, 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 рада. Чего ты говоришь там? Рада, рада, рада. Типа нет, да? А мультики? Рада. Что это значит? Рада, рада, рада. Да, ничего не понимаю. Рада, рада, рада. А ты что смеешься, заяц? Ты сказал, что Марио не слушает тебя. Рада, рада, рада. Рада, рада. Да я не понимаю его, что он там глаголит? Рада, рада, рада. О, погоди, я увидел. О, привет, принцесса. Давай я спасу тебя. Отойди от моей принцессы. А где моя принцесса? Из Аназаркесо. Эх, опять искать замок. Я думал, уже нашел, ну да ладно. Так, пошли дальше. Рада. О! Не хочу, не буду обманывать меня. Ну не обманывай, Марио, скажи, в какой стране замок, где принцесса? Я скажу, что Замбия. Замбия получает первый балл. Рада, рада, рада. Все, пока. О. Ух ты! Ух ты! Латышский язык! Я не понимаю по-латышски! Ну кто же знает латышский? О, Маркус, ты поможешь мне? Да, да, Буркина-Фасо! Поехали. Кто это? Это пчела. Пчелы? Не, пчелы не похожи. Мальдивы. О, это я понял, мотоцикл. Это крутая вещь. Мальдивы, первый балл. Замбия. Африканский слон в африканской стране, ладно, это Замбия. Африканская страна. Да, два балла. Так, Бангладеш. Опять пчелы, я же сказал, не хочу я пчел. Португалы. Сам ты утконос. Что? Меня обозвали утконосом. Что? Идем дальше. Опять этот заяц. Заяц, перестань смеяться.
над моим другом, которого обозвали утконосом? Ну, заяц, ну, погоди. Пока, заяц. Жу. Ой. Стоять. Стою. Подожди. Желтый цвет. Зеленый, идите. О, могу идти дальше, да? О, это тоже латышский язык, я тоже не понимаю. Маркус, поможешь мне? Да. Ну давай. Бангладеш. Б. Бумба. Бунгас. Байба. Байба, бунгуа, бунгас. Принцесса Байба? О, Бангладеш, первый бал. З. Замбия. З. Зодас. Зилуанис. Опять слон. Зилуанис. В Замбии, да. Второй бал Замбии. Третий бал Замбия. Малдивас. Мама. Марите. Магуане. Мазулис. Кас мама и матуас? Нет, это не принцесса явно была. Б. Буркина Фасо. Б. Бумба. Бунгас. Байба. О, принцесса Байба. Байба. Круто. Буркина Фасо первый бал. П. Португала. Пупстенис. Пуце. Пьеци. Пупстенис рада пьеци. Ну и что, что 5 часов? Не все равно принцессу спасать. Привет. Ой, а это что такое? Это что? Не охранять, что ли? Зачем охранять? Я папочку поймаю. Ика! Давай лучше покачаемся. О! Это что-то интересненько. Не надо меня ловить! Не надо меня ловить! О. Ух ты! Так, что тут дальше у нас? Ас, мистер Крабс! Ой, мне тяжело держать этот мешок! Ну да ладно, давай быстренько пройдем азбуку! Это Россия! Маркус, быстрее! Давай! Мне тяжело держать! Давай! Кто? Приз, Португалия, 2 балла. Буркина Фасо. Проехал мимо. Мальдивы. Это мой любимый гонщик Мальдивы, второй балл. Замбия. Запаска. Зачем мне запаска? Так тяжело нести. Бангладеш. Пролетел мимо. Все, я могу быть свободен. Да. Рада. Обратно, иди обратно. Рада. Я не понимаю, что он говорит. Рада. Я тебе в Замбии. Замбия, 4-й балл. Получает у нас Замбия. Рада. Рада. А что, звери говорят? Ну, Шницель, что говорят звери? Рада. А, что говорят звери? Рада. Иди сюда. Дуб, что говорит Шницель? Он говорит, что все звери сказали Замбии 3-й балл. Замбия, это уже 4-й балл у Замбии. О, русская азбука. Ну давай, поехали, Мунгдал. Замбия. Какой заяц еще? Бай-бай. Идем дальше. Мальдивы. Медведь. Ну не нужен нам медведь, нам принцесса нужна. Бангладеш. Белка.
Это явно не принцесса. Б. Буркина-Фасо. Б. Белка. Я же сказал, это не принцесса. П. Португалия. Поезд. О, на поезде в Португалию. Португалия третий балл достает. Так, что тут у нас? Самолет. Самолет построить сами. Понесемся над лесами. Понесемся над лесами. А потом вернемся к маме. Так, и куда можно полететь на самолете? Мальдивы. Мальдивы, третий балл. И Замбия. Замбия, пятый балл. Ну, Чоудер, твоя очередь. Твоя азбука. Чоудер! Что? Я уснул, простите. Я уснул. Твоя азбука! Ну ладно, Б. Буркина-Фасо. Б. Белоснежка. Это же принцесса! Буркина-Фасо, третий балл. Б. Бангладеш. Б. Белоснежка. О, Бангладеш, третий балл. М. Мальдивы. М. Мамонтенок. Ну нет, мамонты мне не нужны. З. Замбия. Опять этот заяц. П. Португалия. П. Паровозик. Паровозик в Португалию. Четвертый балл. Ну, Чаудер, пройдемся по Европе. Давай. Давай, может, принцессу найдем какую-нибудь. Испания. Испания? Не. Голландия. Не было там. Франция. Ну нет, нету таких тут стран. Шотландия. Зачем нам дуделки? Великобритания. Там королева. Россия. В России вообще нету принцесс никаких. А, Чаудер. Толк от тебя мало. Ого, ну давай, пройдемся по этой азбуке. З. Замбия. З. Замок. О, замок от замка, где принцесса. Шестой балл Замбия. М. Мальдивы. М. Мяч. Нет, я не футболист. Б. Бангладеш. Не надо будить меня так рано. Б. Буркина-Фасо. Б. Будильник. Я же сказал, не будите меня так рано. П. Португалия. П. Портфель. Ну нет, не пойдет это у нас. О, давай только быстрее, да? Да. Быстрее, а то мне тяжело держать этот мешок с деньгами. Давай быстренько пройдемся по... По нашей азбуке. Давай быстрее, Маркус. Буркина-Фасо. Бычок. Сам ты бык. Б. Бангладеш. Бычок. Я же сказал, сам ты бык. М. Мальдивы. Мишка. Какой еще Мишка? А, тот Мишка. Нет, это не, явно не принцесса. Замбия. Португалия. О, мне нужна помощница, принцесса-помощница. Ну где же ее найти? Так, идем дальше. Что у нас в животе? Что у нас в животе у Тома? Скиллер. Рада-рада-рада. Что-что? Рада, рада. О, какая рада. Что в животе у этого кота Тома? Рада, рада. О, рада, рада. Мунгал, что он сказал? Он сказал, что Замбия пятый балл. Замбия уже седьмой балл. Ты понял? Рада, рада. Ой, ладно. Мунгал, ну, может ты что-нибудь... Интересно, я скажешь? Да. Давай. О!
где-то должен находиться Солнечный остров. Так, смотрим. Замбия. Замбия — это не остров. О, Мальдивы остров. 4-й балл, Мальдивы. Так. Какой ура! Никакого толка от вас не было! Хорошо, что у меня есть главный эксперт, который может мне помочь. И это... Джеки Чан. О, великий, уважаемый Джеки Чан. Где находится замок с принцессой? В Замбии. И как среди этих гор я могу найти замок с принцессой? Итак, Марио отправляется на поиски принцессы в Замбии. Your princess is another castle. Пока.